Здравствуйте, в эфире еженедельное обозрение «Седмица». В студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях культуры и искусства. Великий подвижник, его многочисленные сочинения, непревзойденный образец назидания и красноречия для верующих. 26 ноября Православная Церковь чтит День памяти святителя Иоанна Златоуста. Тайна истории об удивительной художнице Марии Башкирцевой, которая родилась в Украине, но полжизни прожила в Париже. Символ холодной войны – стена, документальное кинорасследование о разделении Восточной и Западной Германии и падении Берлинской стены. Православная дактильная азбука для глухих детей. В Киевской галерее Соборная состоялась презентация книги, которая помогает не только расширить словарный запас, но и учит христианским истинам. 20 столпов Афона – новый просветительский проект для школьников, представлен в Национальной библиотеке Украины. Кто из православных христиан не слышал имени святого Иоанна Златоуста? Едва ли есть другой из чтимых святых, кого бы Церковь Христова поминала так часто, почти каждый день во всех своих священных храмах. Ему мы обязаны составлением божественной литургии, чаще всего совершаемой в нашей Церкви. Его многочисленные сочинения, проповеди, наставления, книги, письма и послания на вечные времена остаются непревзойденным образцом назидания и красноречия для верующих всех стран и народов. 26 ноября по новому стилю установлен День памяти этого святого. О великом подвижнике в сюжете Анатолия Басова. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей. Родился он в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Юноша учился у лучших философов и риторов. Святитель Милетий, епископ Антиохийский, полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Иоанн учился у опытных наставников подвижнической жизни. Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял иночество, которое называл истинной философией. Вскоре святому Иоанну было предложено занять епископскую кафедру. Однако он из смирения уклонился от архиерейского сана. В это время святой Иоанн написал 6 слов о священстве – великое творение православного пастырского служения. 4 года провел святой в пустынническом жительстве. В это время он написал «Против вооружающихся на ищущих монашества», а также «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни». 2 года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году святой епископ Милетий Антиохийский посвятил его в диаконы. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений о провидении, книга о девстве, к молодой вдове, книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником, и за редкий дар слова – он получил от народа наименование «Златоуст». 12 лет святой при стечении народа дважды в неделю, а иногда и ежедневно проповедовал в храме. Он написал толкования на многие книги Священного Писания – «Бытия», «Псалтирь», «Евангелие от Матфея и Иоанна», «Послание апостола Павла» и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники в похвалу святых. В 397 году святой Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру. Много трудов положил святитель на устроение богослужения. Он составил чин литургии, вел антифонные пения за всенощным бдением, написал несколько молитв чина ели освящения. Когда императрица Евдоксия, жена императора Аркадия, распорядилась о конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря.
Суд из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить святого Иоанна за оскорбление императрицы и предать казни. Но на защиту Иоанна стал народ. Казнь пришлось заменить изгнанием. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей. Зимой 406 года Иоанн был болезнью прикован к постели. Однако враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести святого Иоанна в глухой город Питиус. Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя 3 месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. Силы оставили его. Причастившись святых тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 года. Когда мощи святителя Иоанна были перенесены в Константинополь, тело его оказалось нетленным, и от него исходило благоухание. Его отнесли в соборную церковь святых апостолов. Когда рака с мощами была поставлена на патриаршем престоле, весь народ едиными устами воскликнул: «Прими престол свой, Отче!» И патриарх Прокл со многими стоявшими у раки увидели, как святитель Иоанн открыл свои уста и произнес: «Мир всем!» Ее жизнь была короткой и яркой. Феномен ее очарования еще долго будет вызывать споры. Девушка, почти ничего не успевшая в жизни сделать, взволновала души поэтов и художников. Ее обаяние незримо присутствовало в русском Серебряном веке и во французском экзистенциализме. Мария Башкирцева. Она оставила потомкам всего лишь юношеский дневник, 150 картин, акварели, скульптуры, да гениальную тоску по несбыточному. Об удивительной художнице, которая родилась в Украине, а полжизни прожила в Париже, в сюжете Анны Ригульской. Об этой удивительной девушке, в 20 лет буквально ворвавшейся в мир европейского искусства, с удивлением и восхищением писали Эмиль Золя, Анатоль Франц, Ги де Мопассан. Марина Цветаева посвятила ей проникновенные строки. Многие поэты Серебряного века были вдохновлены ее творчеством. Украинка по происхождению, большую часть жизни Марии Башкирцева провела в Париже, где хранится большинство ее холстов. Одна из картин, которая известна во всем мире, находится в Художественном музее Днепра. В коллекции музея находится масштабное живописное полотно, которое датируется 1881 годом. Оно называется «В студии», и на нем изображены однокашники Марии Башкирцевой по обучению. Эта известная картина побывала на многих зарубежных выставках. Мария Башкирцева относится к художникам, судьба которых привлекает едва ли не больше, чем их творчество. Земной путь ее был короток и ярок. Скончалась эта одаренная художница от туберкулеза в возрасте 26 лет. Но за свою короткую жизнь она написала около 150 полотен, на которых были запечатлены ее мысли и чувства, ее духовный мир. Родилась Мария в 1860 году в селе Гайворонце под Полтавой в богатой дворянской семье. Через 2 года родители расстались, и когда Марии было всего 14, мать увезла ее во Францию в надежде, что красавица-дочь составит партию богатому французскому аристократу. Однако спустя какое-то время Мария заявила, что интересует ее не замужество, а образование и слава. Дарования Башкирцевой были всесторонними. Она занималась науками, а также вокалом и живописью. Играла на арфе, рояле, органе, гитаре и мандолине. С легкостью усваивала иностранные языки, знала французский, итальянский, английский, немецкий, древнегреческий и латынь. Читала древних философов и разбиралась в политике. Обладала прекрасной памятью, цитировала наизусть пространные отрывки из Гомера. Работоспособность ее была невероятной. Она по несколько часов в день проводила за роялем и почти ночевала за мольбертом. За 2 года она закончила 7-летний курс обучения академической живописи в Академии искусств Жюлиана в Париже.
Ее произведения искусства завоевали золотую медаль престижных парижских салонов. Но такой напряженный график, конечно, не мог не сказаться на ее и без того слабом здоровье. Уникальное полотно Марии Башкирцевой в студии запечатлело занятие в студии Рудольфа Жуляна, у которого Мария брала уроки. Сам мэтр высоко оценил трудоспособность маленькой Марии Рюс, так он назвал Башкирцеву. Ведь поначалу он воспринял ее лишь как капризную, богатую иностранку в горностаевом манто и не мог поверить, что она никогда ранее не брала уроки рисования. Но своим трудом за 2 года она сумела доказать, что обладает незаурядными способностями. Она спешила, возможно, предчувствуя скоротечность своей жизни. Но за что не бралась бы Мария Башкирцева, получались достойные внимания произведения искусства. За короткий срок она написала значительное количество работ, вызвавших не только интерес, но и споры. И результаты, которых она добивалась в невероятно короткие сроки, изумляли профессоров и маститых художников. Некоторые критики и вовсе подозревали, что картины Башкирцевой – это мистификации, а их подлинными авторами являются известные живописцы. Особенно трудно было поверить, что жизнь парижского дна, поэзию стоптанных башмаков и разорванных блуз, как написала о работах Башкирцевой одна французская газета, так достоверно передает на своих полотнах миловидная девушка, которая никогда не знала нужды. Однако жизнь бедняков и детей парижских улиц искренне интересовала Марию. Она сопереживала этим людям и пыталась им помогать, много занимаясь благотворительностью. Но убедить критиков могли только новые работы, которые выставляла Башкирцева. И она работала так, что двери лучших домов Парижа открывались перед ней. Художница пишет картину за картиной и делает многочисленные наброски, а также дописывает свой уникальный дневник. В нем она отразила свою краткую, но такую яркую жизнь. После смерти Башкирцевой дневник был издан на многих европейских языках и вызвал бурные, но противоречивые споры. «Мне 13 лет. Если я буду терять время, то что же из меня выйдет?» – так пишет в своем дневнике Мария Башкирцева. Она находила в себе силы просить Бога: «Дай мне дожить до 30 лет, испытать любовь, добиться славы, а после – забирай». Бог дал ей только славу. Не дожив всего 12 дней до своего 26-летия, Мария Башкирцева скончалась и была похоронена на парижском кладбище Пасси. Семейный склеп Башкирцевых уже много десятилетий знает каждый парижанин. Он поражает своими размерами и виден со многих точек Парижа. А в одном из залов Люксембургского музея в Париже есть статуя скульптора Ленжелье «Бессмертие». Она изображает гения, который протягивает ангелу смерти свиток с 8 именами преждевременно сошедших в могилу великих людей. Среди них и одно славянское имя – Мария Башкирцева. После нее остались удивительные живописные полотна и около 150 скульптур, которые украшают лучшие музеи мира. Ее картины выставлены рядом с работами таких корифеев, как Мане, Ренуар, Дега, Сезанн, Гоген, Ван Гог и многих других великих художников своего века. Это настоящая слава и признание, проверенные временем. В Киевской галерее «Соборная» состоялась презентация книги «Православная дактильная азбука для глухих детей». В презентации участвовали епископ Бородянский Варсонофий, который является духовником воскресной школы «Слышать сердцем», и автор издания «Психолог» Анна Блащинская. Она уже 8 лет работает со слабослышащими детьми и неслышащими аутистами. И по ее словам, дактильная азбука незаменима в ее работе. Напомню, что дактилология – это вспомогательная система жестового языка, в которой каждому жесту одной руки соответствует определенная буква. Книга хороша тем, что содержит также иллюстрации на христианскую тематику. Под каждой из них написано слово «дактилем», что дает возможность ребенку сразу изучить и запомнить те или иные термины. По словам авторов, издание не только расширяет словарный запас, но и учит христианским истинам. А теперь о наиболее интересных публикациях, которые вы можете найти на православных сайтах. Интернет-обзор вашему вниманию. Чем опасны неправильные апокалиптические настроения? Сегодня на современного православного христианина обрушивается цунами информации. Масоны, идентификационные коды, приход антихриста, биопаспорта. Зло передается через интернет, компьютер и телевизор.
Все эти псевдоправославные ужастики наворачиваются на одну ось – собственное толкование самой таинственной книги Священного Писания – «Откровение святого Иоанна Богослова», по-гречески «Апокалипсис». Однако применение личной фантазии при прочтении такой книги – это серьезная ошибка. Это подробно объясняет священник Андрей Чиженко в публикации на сайте «Православная жизнь». Иностранный язык с пеленок. Учить или не учить? Некоторые педагоги и родители считают, что учить детей иностранному языку необходимо уже с колыбели, потому что в детстве лучше усваивается информация. Остальные осуждают раннее развитие и утверждают, что из-за него дети лишаются детства. Для того, чтобы разобраться, какие плюсы и минусы есть у раннего обучения языку, читайте статью на сайте православного журнала «Семейное образование». Почему Бог не может сделать всех людей счастливыми? Мы можем чувствовать правоту своей веры, но не всегда можем ее объяснить или доказать человеку неверующему, в особенности тому, у кого наше мировоззрение почему-то вызывает раздражение. Разумные вопросы атеиста могут поставить в тупик даже самого искренне верующего христианина. О том, как и что отвечать на распространенные аргументы атеистов, рассказывает Сергей Худеев в проекте «Диалог с атеистами. Православные аргументы». Интервью с ним вы найдете на сайте журнала «Фома в Украине». Ссоры по сценарию. Замечали ли вы, что многие семейные ссоры протекают будто по сценарию? Мы конфликтуем по разным поводам, но подспудная причина остается неизменной. Какие скрытые силы втягивают нас в повторяющиеся конфликты? И как поставить эту заевшую пластинку на стоп? Недавно вышла в свет книга психолога Дэниела Шапира «На эмоциях. Как улаживать самые болезненные конфликты в семье и на работе». В ней подробно разработана эта тема. Отрывок из этой книги опубликовал интернет-журнал «Матрон». Как смартфоны и социальные медиа влияют на современных подростков? Рожденные после 1995 года дети выросли со смартфонами в руках, имели аккаунты в Инстаграм еще до того, как пошли в старшие классы, и не помнят жизни без интернета. И хотя социальные сети обещают объединить людей, современные подростки – это одинокое, дезориентированное поколение, которое часто чувствует себя отстраненным от многих вещей. Они физически в большей безопасности, чем их предшественники, но их психическое здоровье под угрозой. О результатах исследований влияния гаджетов и социальных сетей на современных подростков в публикации на сайте PsiFactor. Читайте и узнавайте больше полезного. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю. В эфире «Седмица» и далее в нашей программе. Символ холодной войны – стена. Документальное кинорасследование о разделении Восточной и Западной Германии и падении Берлинской стены. 20 столпов Афона. Новый просветительский проект для школьников представлен в Национальной библиотеке Украины. В ноябре 1989 года состоялось большое историческое событие, известное как падение Берлинской стены. Сооружение, почти 30 лет отделявшего восточную часть Германии от западной. Как только стало известно о новых правилах пересечения границы между Восточным ГДР и Западным ФРГ, сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, устремились к границе. Пограничники пытались было оттеснить толпу, использовали водометы, но затем, уступая массовому напору, вынуждены были открыть границу. К 25-летию этого события в ноябре 2014 года в Украине вышел документальный фильм Александра Лукьяненко и Александра Рокоеда под названием «Стена». О нем расскажет Валерий Грицетко. Автор сценария фильма «Стена» Александр Лукьяненко назвал Берлинскую стену едва ли не самым жестоким сооружением в истории. Ведь преодолеть ее было практически невозможно, как и остаться в живых, зайдя хотя бы за первое решетчатое заграждение пограничного коридора. Частные поездки в ФРГ могут осуществляться безо всяких предварительных условий. Разрешения будут выдаваться на всех КПП между ГДР и ФРГ. Когда это вступает в силу? Это вступает в силу немедленно, насколько я понимаю. Кажется, это просто слова. Нет, это слова, которыми закончилась холодная война. Это слова, которые буквально снесут Берлинскую стену и объединят Германию. Вы что, прошли просто по паспорту? Да, просто по паспорту. Паспорта достаточно.
Впервые почти за 30 лет без виз и разрешений. И главное, без риска быть убитым при пересечении границы. Офицеры штази, которым еще недавно приходилось выполнять приказ стрелять по беглецам, теперь с недоумением пропускают на Запад целые толпы граждан ГДР. В картине собраны хроникальные кадры, фотографии и документы. Эксклюзивные интервью с влиятельными политиками того времени и обычными людьми, сквозь семьи и судьбы которых проходила стена. Всего за одну августовскую ночь 1961 года восточно-германские солдаты и строители обнесли колючей проволокой весь Западный Берлин и начали строить стену, протяженность которой в итоге составила 155 километров. Западная сторона города осталась без метро и трамвайных линий. Сначала разъединили телефонные провода, а затем и электрические сети. Я был депутатом Народной палаты ГДР. 12 августа вечером нам поставили задачу проголосовать за введение нового режима на границе. То есть я один из тех, кто принял решение строить стену. Удивительно, но историки до сих пор спорят, кому принадлежала идея Берлинской стены. Генсеку СССР Никите Хрущеву или генсеку ГДР Вальтеру Ульбрихту. По версии, с которой согласны большинство экспертов, приказ строить границу отдал все-таки Хрущев, но просил его об этом Ульбрихт. На Бернауэрштрассе граница проходила самым причудливым образом. Фасады домов были еще восточным Берлином, а тротуар уже западным. И местные жители пользовались этим. Люди бросали из окон сначала свои вещи, а потом и сами прыгали вниз. Многие разбивались, многих задерживали сотрудники спецслужб. Один из героев фильма «Стена» – пловец Хуберт Хольбайн, которому удалось бежать из ГДР в ФРГ под водой. Тогда ему было всего 22 года. Дело в том, что Берлинская стена проходила и под водой. Везде были установлены металлические решетки и проложена колючая проволока. Но Хуберту удалось найти брешь под водой в районе судоходного фарватера. Хольбайн плыл под водой полтора часа без акваланга. С одной только трубкой. Перед этим парень долго тренировался, чтобы голова не выглядывала из воды. Одно неверное движение, и это могло стоить ему жизни. Плыть по фарватеру нужно было полтора часа. На мне был неопреновый костюм, и плыл я без акваланга, только с трубкой и маской. Около года я тренировался плавать так, чтобы голова вообще не высовывалась из воды. Для побега я специально выбрал ночь, когда не было луны на небе. Дул холодный ветер и были сильные волны. В общем, чтобы ни у кого не возникло мысли, что в такую погоду хоть один сумасшедший решится войти в воду, чтобы уплыть на запад. А еще в фильме рассказана удивительная история семейной пары, которая вырыла так называемый «Тоннель 57». Эрика и Хельмут Кемпер, будучи еще студентами, построили самый знаменитый подземный лаз, который проходил из подвала дома в Восточном Берлине в булочную в Западном. Он был очень узкий, метр в высоту и около 80 сантиметров в ширину. Но за два дня через него удалось сбежать 57 жителям ГДР. Это пришло в голову буквально в первые дни. Есть улица, на улице стена, а между домами метров 20. Тоннель можно было прорыть за 10 дней, максимум 2 недели, и провести через него несколько человек. В стене мы постарались объединить две линии, говорит автор картины Александр Лукьяненко. Рассказать, что такое Берлинская стена, почему она появилась, и вторая сюжетная линия – это человеческие истории. Истории людей, которые эту стену преодолевали и преодолевают до сих пор, несмотря на то, что стена разрушена. Это кино о больших геополитических процессах и личных человеческих историях. До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас. 20 столпов Афона – так назван новый просветительский проект, который на прошлой неделе был представлен в Национальной библиотеке Украины для детей. На выставке дети разных вероисповеданий смогли узнать о том, что из себя представляет Святая Гора, и увидеть особенности архитектуры Афона. Посетители главного детского книгохранилища Украины осмотрели не только фотовыставку, где изображены 20 монастырей Афона, но также и два уникальных 3D-макета. Один из них в деталях повторяет рельеф Святой Горы, а второй – трехмерное изображение Великой Лавры, архитектура которой стала основой строительства афонских обителей. Двухметровые конструкции обнесены стеклянным куполом, изготовленным из ударопрочного стекла. Благотворительный фонд «Православное наследие Украины» на Святой Горе Афон, выступивший главным организатором мероприятия, планирует в течение года работы проекта ознакомить с духовным наследием Святой Горы более 40 тысяч украинских школьников. Это приятная новость завершает сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь ровно на неделю, желаю каждый день получать только хорошие вести. До свидания.